Нашему клубу «Персей», историко-морскому клубу «Персей» 7-й гимназии, в этом году исполнилось 50 лет. Музей, существующий при клубе, на 7 лет моложе. И самым старым экспонатом нашего музея является фрагмент мачты фрегата «Паллада». Экипаж «Витязь» нашего клуба «Персей» в 1976 году совершил экспедицию на Дальний Восток. И будучи в городе Советская Гавань, при посещении Крывического музея, сотрудники музея подарили нам как раз вот этот фрагмент фрегата «Паллада» для нашего школьного музея. Сам фрегат был заложен в 1831 году на Охтинской верфи Санкт-Петербурга по именному указанию императора Николая I. На воду его спустили в 1832 году. Первым командиром фрегата «Паллада» был Павел Степанович Нахимов, ставший впоследствии знаменитым флотоводцем. Фрегат проплавал более 20 лет. За эти годы он посетил много морей и океанов. И одним из последних его рейсов было путешествие из Кронштадта через Атлантический, Индийский, Тихий океан в Японию с дипломатической миссией. Во время пребывания фрегата в Японии началась Крымская война. Поступил приказ фрегату отойти на восточные рубежи нашей Родины для охраны береговой линии. Зимовать фрегат зашел в залив, который впоследствии назвали Императорской гаванью, а бухта стала называться Постовой. После зимовки фрегат оставался на этом рубеже еще год. Ну, сами понимаете, за 20 лет деревянное судно могло поизноситься, что и произошло с фрегатом. Когда к дальневосточным берегам Российской империи подошли английские и французские военные корабли, решено было обезопасить залив от высадки десанта. Фрегат вывели на середину залива, сняли сюда эту самую ценность корабля и затопили. Это произошло 17 января 1856 года. В 1932 году была идея поднять фрегат, чтобы сделать из него музей. Но по состоянию это не было возможно сделать, и оставили фрегат на дне. Были еще два спуска под воду в 1947 году, как раз когда достали фрагменты обшивки, вот что-то кусочки мачты, и в 1956 тогда достали якорь, который сейчас находится на острове Русский.